И мы все еще находимся в комнате. Всем привет. Сегодня будем красить, сейчас шкурить. Нужно подровнять свои кирпичики. Они вот смотрятся, ну как бы так сказать, чпоньк. Ну не очень-то аккуратненько, ровненько. То есть все это нужно будет сейчас мелкой шкуркой просто пройтись так, ну на раз, чтобы все лишнее поотваливалось. Возможно, даже кирпичики. То, что останется, уже буду как-то примерять. Ну, естественно, сейчас погрунтую. И вечером уже можно будет покрасить. Ох, комментариев будет, что цвет не тот. Ну, опять же, кому как нравится. Поэтому там будет видно. В плане будет два цвета. Все синим. Вставку сейчас поставлю. Вот так я хочу, чтобы выглядело. А тут будет белым. Так, тут нужно будет сейчас подровнять шовчик, а то я его почему-то вижу немножко. Так, ну и посмотрю там все эти стыки, все это, чтобы было прям хорошо, потому что краска даже доли миллиметровой не скроет, краска просто так несется и все. И кто пытался найти здесь какой-то иероглиф, это просто как вид, что когда покрасится, будет типа выделение, что тут реально отвалилась стена, либо нет стены. Ну, в общем, поняли. Ну что, последний пыльный заход. Сейчас попылим немножко. Опять все подмету. И уже можно будет погрунтовать. Ну и, конечно же, сделаю выкрасы вот на этой чистой стене. Посмотрим, как будет получаться. Поехали! И готово. Все. Самая пыльная работа завершена. Под терес ставили два кирпичика. Вот один отпал. Я думаю, он вообще в шкафу спрячется, мы никогда не узнаем. И один вот тут откололся. Да я его даже, в принципе, вот отдалить. Опа. Вы глазами его не найдете. Все, прошкурил. Получилось гладенько, аккуратненько. Вид, в принципе, не изменился. Но пропали острые углы. То есть не так бросается в глаза, во-первых. Ну и щеткой прошел, собрал пыль как со зимних кирпичиков, так и с пола. Надо будет дату записать здесь на стене, потому что это, наверное, первый и последний раз, когда с кирпичиков вообще сдувалась пыль. Как там пишут. Так, ну что, сейчас перекуриваем и погрунтую все хорошенько. Грунтовать буду, наверное, ну также с пульверизатора, так будет быстрее. Сразу за одну стенку. Это у нас погрунтовано. И сделаю выкрасы, вот я уже начал.
Сделаю выкрасы, попробую, что как получается. Сделаю на ночь, ну а завтра с утра уже увижу, что получилось, когда краска высохла. И уже буду отталкиваться. Нужно сделать понасыщеннее, чтобы было прям классненько. Свет будет у меня именно теплый, поэтому нужно брать тон потемнее. На теплом свете он будет такой, более как-то матовый, что ли. Это я вычитал, это не придумал. Так, ну, в принципе, все. Что здесь еще? Больше-то заняться-то и нечем. Ну и на днях буду рассчитывать потолок. Вот я не знаю. Да мне кажется, не страшно будет. Главное, спасибо, что подсказали. Продумать, когда будет шкаф. Ну, наверное, сначала будет шкаф собрать. Сделать планку закладную, чтобы потолок прям к этой планке прикрутить. Как это по-русски? В общем, чтобы шкаф был не вот так заподлицо, ну, к потолку, а получается потолок был заподлицо к шкафу. То есть, чтобы не было видно окончания. Ну, знаете, когда между мебелью и потолком, типа, маленькая сантиметровая прослоечка, вот чтобы ее не было. Так, ну, я за грунтовкой. Найти бы еще. Ну, вот и все. Ну, не в смысле готово, а в смысле погрунтовали, и теперь ждем до утра. На упаковке написано 3 часа, и можно красить. Но я работал в госзакупках, когда мы вот в отделке, именно в стройбригаде. Там ребята красили уже через час, но там грунтовка, чтобы понимали, она была за 60 рублей килограмм. Ой, 10 литров. Ну, то есть, вот это 300 рублей канистра, а там по 60. То есть, можете представить, что там было. Там была вода. Там была грунтовка, разбавленная водой, и потом мы еще эту грунтовку еще водой разбавляли, ну, чтобы объем увеличить. А, были времена. В общем, завтра видоса не будет, потому что ролики выходят каждый день. Мы с вами плавно перешли в 4К снимаем, монтаж стал качественней, музыка появилась новая, а комментариев и пальцев вверх что-то мало. Странно. Когда копал подвал и кессон, было больше. Ну, наверное, отделка всех наверное, достала даже через камеру. Поэтому завтра, если хотите, будет также стримец. Посидим. Ну, на фоне уже покрашенного офиса. Катюха сейчас мы заберем. И завтра туда с Катюхой мы покрасим. Здесь вообще будет евро супер ремонт. Будет суперский. Так что все. До завтра. Я сегодня сейчас еще на стенке поколерую. Потренируюсь. Нужный цвет подобрать. Тут проблемка еще в чем? Я когда краску подбирал, я общался с парнем, мне сказали, что из-за того, что краска уже белая, будет проблема с колеровкой. Потому что у них там, где можно поколеровать готовую, она идет бесцветная. Так что придется попотеть. Ну а, собственно говоря, у меня просто там стоит 200 литров краски, они предлагали купить у них за 4000 6 литров. Я отказался. Ну, у меня вон фасадная есть. Марку не буду показывать. В общем, там 200 литров. Надо осваивать, как на производстве. Так что я за Катюхой. Если хотите, завтра увидимся. Если нет, увидимся в воскресенье. Точнее, вы меня увидите. Все, давайте, я вам сейчас.